течение 10 суток у нас находится обычно 92-95% объявления человека в розыск. Мы в очередной раз повторяем, не существует никаких 3 дней, 3 часов или иного отрезка времени, в ходе которого нельзя обращаться в полицию. Сейчас такое время, с детьми может случиться все что угодно, и тянуть с заявлением в полицию нельзя. Самое главное для розыска пропавших – это внимание всех граждан.